городе послеобеденное время. Это значит, что большую часть активного населения можно встретить в тренажерном зале. Спортивной молодежи здесь немало. И эти занятия, что самое главное, доступны. Зал работает ежедневно и абсолютно бесплатно. Несколько слов о том, почему вы приходите в зал вот в такое вот время, достаточно напряженное. Потому что выглядеть хорошо надо всегда, я думаю, в любое время. Знаете, это круто, что вы не отказываетесь от этой привычки. Я без этого уже не могу. Как бы мне ни было тяжело, мне приходится ездить в Шебекино за товаром, продавать его здесь, как-то крутиться, как-то что-то. Потом я прихожу домой, на огород иду, на огороде полю картошку, там прорываю бурьян. Потом иду в спортзал все равно занимаюсь, потому что я знаю, что мне это нужно. Очень тяжело, конечно, но я думаю, оно стоит того, потерпеть, подождать ради того, чтобы дальше было что-то лучше. Потому что при нашей ситуации, которая у нас в стране происходила, лучше бы не было. Теперь хоть надежда какая-то появилась.